преображение Господне. В израильской земле была очень высокая гора – Фавор. Однажды Иисус Христос взял трех своих учеников – Петра и двух братьев – Иакова и Иоанна – и повел их на эту гору, чтобы там помолиться. Взошли на самый верх горы. Иисус Христос стал молиться. Ученики же очень устали, входя на гору, и они сели отдохнуть и задремали. Во время молитвы Иисус Христос преобразился. Тут же, во время преображения, лицо Иисуса Христа сделалось светлым, сияло, как солнце. От него исходил, как от солнца, свет. Одежды его сделались белы, как снег, блестели, как снег, и светились. По сторонам его явились тоже в светлом виде пророки Моисей и Илья. Иисус Христос говорил им о своих страданиях и смерти. Когда апостолы проснулись и увидели славное преображение своего учителя, увидели Моисея и Илью, им сделалось и страшно, и приятно. Испугались они того, что увидели славу Божию. Обрадовались же потому, что для человека нет блаженства выше, как видеть Господа. Наконец пророки Моисей и Илья вознеслись на небо. Тогда апостол Петр, которому было так сладко и хотелось, чтобы это никогда не кончилось, воскликнул: «Учитель, Господи, как хорошо нам здесь! Прикажи, мы поставим здесь три палатки, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Он от радости даже не понимал, что говорил. Когда апостол Петр говорил, на гору спустилось светлое облако, и они все очутились в этом облаке. Ученики испугались, а из облака послышался голос: «Это Сын мой возлюбленный, в котором все мое благоволение, которого я более всего люблю». Это говорил сам Бог Отец. Ученики испугались еще более и пали лицом на землю. Иисус Христос подошел к ним, дотронулся до них и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Они поднялись с земли, оглянулись кругом и никого не видели близ себя, кроме одного Иисуса Христа. Когда они сходили с горы, Иисус Христос велел никому не рассказывать о том, что они видели, до тех пор, пока Он не воскреснет из мертвых.